Всем доброго времени суток, это Gadget X. Недавно представленный Verne X отвечает всем параметрам современного смартфона. У него большой дисплей с соотношением сторон 18 к 9 и тонкими рамками, 4 камеры и аккумулятор емкостью на 6200 мАч. Производитель снял видео, чтобы показать, насколько хватает заряда смартфона и какова его реальная производительность. Кроме того, сейчас аппарат можно заказать по специальной цене. Почти всю переднюю панель Verne X занял 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Он прикрыт 2,5D стеклом, плавно перетекающим цельнометаллический корпус. На обратной стороне расположилась двойная основная камера с сенсорами на 16,5 мегапикселей и сканер отпечатка пальцев. Фронтальная камера также двойная, с модулями на 13,5 мегапикселей и поддержкой функции сканирования физиономии для разблокировки устройства. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 с 4 энергоэффективными и 4 производительными ядрами. Такое решение позволяет более рационально расходовать энергию, что положительно сказывается на автономности устройства. Это наглядно показано в видео. Производитель продемонстрировал, что Verne X способен одновременно запустить 50 приложений, которые будут работать в фоновом режиме. Это стало возможным благодаря 6 гигабайтам оперативной памяти на борту. При этом даже с таким количеством запущенных программ аппарат продолжает быстро работать, и на нем можно даже поиграть. А в конце видео показано, что за 5 часов игры телефон разряжается всего лишь на 35%. По заверениям компании, он способен проработать 2,5 дня на одном заряде при обычном использовании или 65 часов в режиме звонков. А с фирменным режимом энергосбережения VOS можно рассчитывать на 4 дня работы или 76 дней в режиме ожидания. Вот такой вот у нас, значит, конструктор телефон получается. Собрали все, значит, здесь последние тренды этого года в одном устройстве.